Новости. День России ставропольцы, как всегда, отмечают громко, масштабно и с песнями. На Крепостной горе собрались тысячи горожан и гостей краевой столицы на дискотеке от Русского радио. В Ставрополе заведено. Если День России, значит, вечером горожан ждет грандиозная вечеринка от Русского радио. И так уже четвертый год подряд. Любимые ведущие встречаются со своими слушателями на Крепостной горе. Традиция, которая крепнет с каждым годом. Да, этот праздник не первый для меня. Уже третий раз я прихожу. Потрясающий праздник, на самом деле. Организация на высшем уровне. Шикарное мероприятие. Почаще бы у нас в городе организовывали такие вещи. Все нравится, видите? Отличное настроение. Спасибо большое Русскому радио за такую возможность и за дискотеку. Всех поздравляю с праздником, с Днем России. Чтобы было мирное небо над головой. Главное, чтобы все были счастливы. Любимые песни, многочисленные конкурсы и приятные подарки. То, что слушатели каждый день получают в эфире, в День России Русское радио дарит на сцене. Эта дискотека очень долгожданная. Мы готовили ее очень долго. И надеюсь, что люди, которые были сегодня с нами, это оценили, придут к нам еще и в следующем году. И дальше, и дальше, и дальше будут приходить, приводить своих друзей. Самое главное, что у нас сегодня здесь весело, танцевально, очень шумно, многолюдно. И, конечно же, подарков очень много. Самые активные и преданные слушатели получили ценные подарки от спонсоров. Фирменные сюрпризы от генерального партнера Ростелеком. Вот это радость, друзья, настоящая, неподдельная. Вкусные сюрпризы от заведения русской кухни «Ядрёна Матрёна» и елисеевских лимонадов со вкусом детства. А спортивным партнером дискотеки от Русского радио стал клуб «Физрук». Ведущая праздника «Говоря о России» решила вспомнить историю спортивной закалки большой страны. 10 счастливчиков из толпы окунулись в советское прошлое и на себе почувствовали, как начинается нелегкий чемпионский путь. Самых активных участников спортивный клуб «Физрук» наградил абонементами на бесплатные посещения в течение месяца. Вместе с популярными песнями отечественных исполнителей со сцены прозвучала главная композиция праздника – гимн Российской Федерации, который вместе с артистами исполняли все ставропольцы. Тамара Годумская и Никита Чук, АТВ «Ставрополь».